А сегодня мы делаем такого простого, но такого милого котика из бумаги. Берем лист формата А4, линейку и карандаш. И по линейке расчерчиваем нашу будущую заготовку. Стараемся делать штрихи не сильно заметными, так как это линии наших будущих сгибов. Вот такие размеры должны быть у нашей заготовки. Далее приступаем к вырезанию. И после этого по линиям сгиба мы формируем тело нашего будущего кота. Далее в районе, где шея крепится к нижней его части, мы промазываем клей карандашом и склеиваем. После этого можем приступить к украшению котика. И начнем мы с мордочки. Опять-таки, это полет вашей фантазии, и вы можете сделать множество разнообразных котиков. Далее мы вырезаем хвост шириной 1 см, закручиваем его на карандаш, и на клей-карандаш приклеим его к задней части котика. Вот такой котик у нас уже получился. И мы можем его еще немного украсить и нарисовать ему лапки. Вот такие два котика у нас получились. Всем спасибо!